Почему ты не прыгаешь? Ой. Так, все ясно. Все ясно. Да тебя сейчас сожрет, Лева. Куда ты побежала и села на шип? Ты с ума сошла? Я же остановился. Абсолютно. Не понимаю звуков. О, вот это ты видел. Вот это ты видел. Сама судьба велит. Смотри, сейчас получим забагованную штуку. Вечерочек. Ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Tomb Raider Remastered. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Короче, смотри, называется... Сейчас. Куда ты? Блять, крыса! Уровень называется... Блять, как с тобой взаимодействовать? Уровень называется цистерна. Это вся карта, понял? Блять, сдохни. Хорошо, что ты не живучая. Все, это весь уровень. Мы сейчас проходим, и мы прошли. Смотри. Я забываю, как она схватывается. Почему она не схватилась, блядь? Она же должна повиснуть. Сука. Сейчас я попробую еще раз это сделать. Вот, видишь, как-то получилось. Я зажимаю левую кнопку мыши. То есть, действие. Иду вперед, и она... схватывается. Я прям разбегаюсь, она схватывается. Да, все супер, пойдем. Значит, там все нормально. Короче, цистерна. Что нам дает эта цистерна? С этим можно взаимодействовать? Как будто это рычаг. Так, это и есть рычаг. Подожди, ага, это рычаг, блядь. Иди сюда. Ой, а так хорошо, так светло. Так, ага, давай на себя. Правильно. Правильно, блядь, давай. Давай, тяни. Вот, и просто, понимаешь, на том уровне с этим Мидасом я что-то вообще не сообразил, чего, кого. Во-первых, не допер, да, как правильную последовательность. Это что такое? Правильную последовательность всех этих действий потом уже только сообразил. Плюсом, что ему в руку можно было положить. Я догадывался, что так должно быть. Но не думал, что прям так это... Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Крыски! Блять! Вы меня сейчас убьете! Лара, прыгай! Они не дают запрыгнуть! Сраные крысы! Отстаньте! Блять, сдохни, крыса! А я из чего в вас стреляю? Из своих? Или из магнумов? Не, так очень темно. Мне так больше нравится играть. Давай посмотрим, из чего мы стреляем вообще. Да, мы стреляем из наших пистолетов. Магнумы черные, там 350 патронов. Офигеть. Нам точно вниз. Смотри еще. Вот, и смотри, пожалуйста. Опа, темень. Вот так должно быть. Кайф. Так, а надо ли мне вниз уронить его? Во-первых, мне нужно сохраниться. Это F6, F5. О, господи. К-
как все тут квадратно. Вот, и толкай, толкай эту херню вниз. Она по-любому пригодится. Нельзя. Нет, можно, я же вижу. Нет, нельзя. Окей. Ничего и никого. У-у-у. Все, вот тут некрасиво. О, ой, как красиво. Давай, 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 вон она бегает, где-то там. Вон она, внизу бегает, внизу, 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 внизу. Там крокодил, давай. Еще один крокодил, там еще крокодил, я вижу крокодила внизу. Лара, блядь, ты куда стреляешь? Он внизу, я же вижу. Вот он, вот он, вот он, вот он, плывет, 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 пожалуйста. Оформляем, оформляем друга. Все. Все оформлены. Сохраняемся. Шикарно, цистерна. Да, вот тут уже некрасиво. В глазах рябит, вот там было еще ничего. Так, и нам, получается, нельзя падать. А еще плавает. А, это... А, я думал, крыса опять. Все, минус 2, отлично. Можно туда, но там закрыто. И туда, скорее всего, еще нам нельзя. Значит, бежим туда. Чуть не упали. Тоже закрыто. Передвигаемся прыжками так быстрее. Ваза не берется. Очень красивый цветочек. А как нам попасть наверх? Как же там темно? Опа! Неожиданно. А если я не хотел так делать? Подожди. Мне же еще нужно вернуться домой. Давай, перепрыгнем, убьем этого крокозябру. Второго. Ты где? Сейчас найдем, блядь. Вот это молодец. А, ты оттуда плывешь. Интересно. Не будем смотреть, как ее кушают. Давай. Давай, 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 давай. Так, оп, прыжок. Получается, я зажал. Идем, никого не видим. Значит, хер с ним. А, вот он выбежал. Тихо. Стреляй, 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 стреляй по нему. Всплыл, всплыл обратно. Я все боялся, что она упадет. У меня аж ноги сжались, понимаешь, насколько я сильно переживал. Давай сюда. А, так что ее. Так, то есть. То есть, давай, короче, смотреть. Есть варианты идти сюда. Вот справа. Там все закрыто. Я не вижу смысла подходить и тратить на это время. То есть нам нужно, получается, вот сюда. Вот сюда. Я сохраняюсь. А, мы должны перепрыгнуть. Блять, столкнула меня крыса. Ах ты крыса. Ля ты крыса. Так. И как мне обратно-то забраться? Ну, это не прикольно. Я хочу поверху походить, алло. Если я могу походить поверху, я похожу поверху. Так, опа. Заебись. Так, ппп. У меня просто мой новый микрофон, он слишком здоровый, и он мне прикрывает, блядь, часть изображения. На нахуй. Все, все. Все. Опа, опа, опа. Заеби. Вот это. Все, понятно. Так, сохраняемся. Вот, говорю, микрофон перекрывает части вообще и клавиатуры моей. Я не вижу. Мне приходится чуть-чуть выше смотреть. Поэтому я не могу сразу нажать четко F5. Потому что у меня ноутбук, и приходится зажимать аж две клавиши. Это невероятно сложно. Ползем, 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 ползем. Там аптечечка, там все дела. Ой, красота какая. А, дробовик, а издалека оказалась аптечка.
Так. 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 Опа, спешились. Подходи, аккуратно подходи, забирай. Супер. Схватились. Пошли дальше. Вот это интересно, понимаешь? Вот в моем воспоминании, там Anniversary, Lara Croft, там было вот такого, много где лазить, смотреть что-то, изучать. Ну как-то прям интересно было. А вот сейчас я, если так действительно будет, я вот вспоминаю, что там еще много лазить, где приходилось. Вот, и неужели ничего нет наверху? Это ж просто в путь здесь что-то прятать. А, что-то и спрятано. Ключ. Серьезно. Сохраняемся. А что за ключ? Давай посмотрим, что за ключ. Просто ключ? Ржавый ключ. Это не просто ключ. Это ржавый ключ. Так, окей. Вот тут уже опять темно. Так, нам надо, получается, вниз. Мы можем пойти туда. То есть я могу забраться вот здесь. А, это как раз чтобы подняться наверх, да? То есть вот туда мы как раз не заберемся. Мы оттуда должны скатиться. Хорошо, я понял. По вот этим мы заберемся наверх. Ладно. Там еще крокодилом можно заплыть. А давай сразу крокодилом заплывем. В целом я-то вернусь наверх, если что. Пошли к крокодилам. Блин, спасибо, что сказали, что здесь есть быстрое сохранение. Это на самом деле действительно очень и очень удобно. Блять, что это? Что за писька? Не понимаю, куда мне... Блять, Лара, сейчас задохнемся. Что за приколы? Что не так? Куда нам плыть? Алло! Алло! Ты застряла? Возьми. Я не понял прикола, блядь. Это что было сейчас? Ты так больше не делай никогда в жизни. Взяла, застряла. Просто, блядь, это как? Так, нам получается вниз. Давай. Еще будут какие-то секреты? То есть. Слушай, да тут хрен поймешь, как будет лучше. Ладно. Тут нельзя. Тут нельзя. Тут нельзя. Можно тут. Будет по-любому какой-то крокодил еще один. Что за дырка? Просто дырка. Видимо, крокодильи дырки. Это крокодильи дырки. Давай выплывем. Блин. Крокодильи дырки. Ладно, хрен с ним. Пойдем. Зря я решил все-таки плыть крокодилом. Ага. Так, это... мы можем сюда пойти. Сюда мы не можем пойти. Сюда мы не можем пойти. Так, не падай. Давай сюда. Потом мы поднимаемся вот сюда. Нельзя? А как? А я вижу крысу. И рычаг. Что за магия? Вижу крысу и рычаг. Вижу крысу и рычаг, и рычаг, и рычаг. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А ты попадешь по ней? А, и наверху еще здесь она бегает, мразь. Да? Вылези. Вот она, блядь. Вылазь. Так вообще ее не видно, кстати.
Это прицел, это не я двигаю, это прицел за ней двигается. То есть она усекла ее? Ладно, хер с ним. То есть нам как-то нужно оказаться наверху. Но, видимо, можем прийти оттуда, что ли. Ладно. Я пока не знаю, что с этим делать. Поплыли дальше. Я просто думал, там будет секрет, который мы вот как бы нашли. А оказывается, что как бы нет. А мы отсюда даже выбраться не можем. А как мне схватиться? Как выплыть-то отсюда? Прикол. А выплыть-то нельзя. Это слишком высоко для нее. Ладно, хер с ним, поплыли вниз. Ой, вот тут прям хорошо плавать. С такой подсветкой. Шикарно. А, там еще был один путь. Вот сюда. Отличный путь, капитан. Так, окей. Окей, тут темно и тут ничего нет. Хорошо. Значится. Мы берем, идем наверх. Вот так, видал? Ладно, тут уже так не получилось. Идем. Осторожно. Так. Там что-то тоже есть, как будто. Как будто что-то должно быть. Значит, мы делаем по-хитрому. По-хитрому это значит, мы сохраняемся. Ой, надеюсь, я не буду тупить на всех уровнях так сильно. О! Неожиданно. Идем, берем. Смотри, смотри. Опа. А, это потолок. Я-то думал, там что-то будет спрятано. Блядь, тут точно что-то должно быть. Оу. А, хер залупный, иди сюда. Ты же сейчас уйдешь. Он меня сейчас убьет, алло. Аптечечку, пожалуйста, полную. Выбирай дробовик, ну его нахер. Все, он убегает, смотри. Нет, он не убегает, блядь. Все, он убегает, смотри, сейчас пропадет. Смотри, сука. Куда ты, блядь? Оу! Вот это да! Вот это неожиданно сейчас было. Ах ты, петушара. Так, сохраняемся, значит. Это Пьер Дюпон. Чтоб его в рот. Так. Значит, нам сюда. Значит, блядь. Ладно. Давай обойдем, все посмотрим. Есть рычаг, который мы можем активировать. А что произошло? Нету где-то воды? Прикольно. Интересно. То есть мы подняли уровень воды. Если я упаду, я не поднимусь. Значит, падать нельзя. Так, значит, нам сюда. Сюда. Что там есть? Ничего. Ничего там нет. Никаких секретов абсолютно. Значит, мы идем сюда. Значит, мы идем сюда. То есть мы подняли уровень воды. Теперь нам будет немножко легче. Вот это что за параша? Туда можно попасть. Опачки. Секретики. То есть. То есть я должен, значит, попасть отсюда. Туда. Бляха-муха. Так, получается. Давай, давай. Ты пойдешь сегодня куда-то? Что за приколы? Давай, у нас не так много времени, Лара. Не придумывай. Вот, а теперь она бьется почему-то. Почему иногда она не бьется, а иногда она бьется? А, я вообще не ходил, чтобы ты понял. Я отпустил клавишу, блядь. Я сейчас не жму ничего. Иди, она и бежит.
Нормально. Вот, и там секреты. Окей. Светится. Оно даже по... А, нет, я думаю, оно указывает на секреты. Так, мы сохраняемся. Сохраняемся, я говорю. Так. Ага. Значит, бежим сюда. Ручки не вытянули. Ладно. Попытка 2. Тут в целом несложно, мы справимся. Вот, видишь, тут она не ударилась. Тут все нормально. Так, разбег. Опа. Я считаю, что это секрет. Должна быть музыка. Нифига себе, ты еще сюда заберись. Так, взяли. И как попасть туда? Опа. Опа, вот оно. И вскрылось все. Вот это я увидел. Сейчас ты тоже увидишь это. Так. Вот так. Опа. Спасибо за аптечку. Так, это точно достойно сохранения, я считаю. Надеюсь, ты тоже так считаешь. Ну, представляешь, где-нибудь тут взять, помереть, блять. Начинать все заново, ну нахер оно надо. Господи, куда мы уходим? Вот и секрет, пожалуйста. Бляха. Вот, значит, не торопиться. Теперь, знаешь, что я одно переживаю? Я переживаю одно, что мы подняли уровень воды, а там могло быть что-то. А понятное дело, что мы можем спуститься, поплыть вот так вот. Ага. Так, я понял. Эта задача будет на скорость реакции. Сохраняемся. Погнали, блядь. Ой. Погнали, ёпта. Опа. Ебуй. Молодец. Сразу две руки. Давай, давай. Ну. Шикардос. Даже жизни потратили, молодцы. Теперь я предлагаю спуститься вниз. То есть здесь мы все прошли. Я думал, сейчас прям четко в воду нырнем. Давай. Тут что-то есть? Включаем орлиное зрение. Орлиное зрение нихера не орлиное. Так, набираем. Крыса! Откуда взялась крыса? О, две крысы! Нырь, нырь, нырь. Все, Лара, мы с ними не справимся. Ты в воде стрелять не умеешь. Так, и где мы? Еще крыса. У сука. У сука. А, так вы под воду не ныряете, твари. Так, я тут все поискал. Все, ничего нету. Все, вылазим. Подожди, подожди, подожди. Вот теперь вылазим. Пусть сдохнет. Молодец. А, так, значится, мы делаем вот так. Вот так. С отличной графикой мы делаем вот так. Потом делаем вот так, вытягиваем ручки, поднимаемся, а там уже ключик нас ждет. Ключик золотой, а нет, серебряный, а нет, ржавый, блядь. Сука. Так. В какую мы цистерну, блядь, нырнули? После Мидаса, после, блядь, какого-то царя мы оказались в цистерне. Что за бред? Какая нахер цистерна? Вы меня извините. Ой, ну ладно, я не хотел, но так получилось. Я хотел графон сменить. Ага, все, взяли. Так, тут я ничего не вижу. Вижу вот эту вот ступеньку, которая в целом нахер не нужна. О, друзья мои. Так, 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 что-то еще там есть? Все, больше никого не вижу. Так, смотри, у нас есть вот эта херня. Но она нам не нужна. Нам нужно делать вот так. Смотри. Вот, внизу там вроде как безопасно. Но не зря же здесь вот эта вот штука. То есть вот здесь я ничего не вижу. Нашим орлиным зрением там тоже нету никуда путя. Значит, мы ползем сюда. Уже все, уже соображаю.
Надо просто понимать, что там может быть такое взаимодействие, как у Мидаса, что ты кладешь туда серебро, это серебро превращается в золото, а тебе нужны как раз золотые слитки, ну ни хрена себе. А что за прикол? На кой хер мне это делать-то? Туда нельзя наверх подняться? Нет, там вроде потолок. А почему я не могу спуститься? Зачем мне это нужно было делать? Чтобы типа крысы сбежать? Так у меня патроны бесконечные. Просто спрыгни, ну и нахер. Ну тут ничего нет. Наверх подняться тоже нельзя, там все потолок. Ой-ой-ой. И вот мы вернулись в нужное нам место. Значится, мы сохраняемся. Так, сохранить. А, вот мы вернулись сюда, окей. Мы вернулись сюда, хорошо. О, уровень воды поднялся. Давай, короче, проплывем. Жалко, что здесь нельзя ускоряться. Сейчас мы с тобой проплывем, поймем, что здесь ничего нет. Пойдем к крокодилам. Вот тут ключики как раз на первом этаже мы видели. Закрытые. Вот, я слышу, там крысы бегают. Не знаю, будет ли тебе это слышно, но я их слышу, по крайней мере. Так, я ничего не вижу. Значит, мы вот тут вот вылазим. Как плохо все видно. Это место... Блин, я, наверное, не найду... Вот, что это? Нахуй. Такое. Я сюда мог прыгнуть. А зачем? Да тихо ты остановись! Да что происходит с тобой? Почему ты, блядь, бегаешь бездумно? Вот, куда ты? Остановись! Я не жму, она бежит! Она вылезла, я вообще руку с клавиатуры убрал. Ты что, ебанулась, что ли? Что за прикол? Если ты смотришь... Напиши мне, почему? Почему она себя так ведет? Бежит, когда ее не просят. Значит, короче, смотри, мы прыгаем вниз. Там же были эти, блядь, крокодилы. Вот здесь. Вот здесь были крокодилы. И там уровень воды поднялся. Теперь мы можем достать до того, куда не доставали. Это ж так и есть? Это так и есть. Да. Вот тут мы уже одну крысу убили. Тут уже будет проще. Вылазим. Гениально просто. Сразу наперед обдумали ситуацию всю. Лара, остановись. Прекрати бегать. Я не пойму, это ни к чему было, да, место? Чисто патрончики. Ты возьмешь когда-нибудь патроны? Крысы какие-то здоровые, они размером с собаку, блядь. Что за крыса с красными глазами? Да они и так такие. Так, теперь мы сохраняемся. А, подожди, блядь, подожди. Тут же вот он, пожалуйста. Кранчик-то двигаем. Короче, смотри, рычаги. Это, друг мой, рычаги. Это значит под водой. А, ну, такие, которые, как ручники, ой, блядь, как ручники прям. А вот, сейчас выплывем, наберемся. А вот другие рычаги, которые с двух сторон ты можешь рукой взять, это уже сухопутные. Вот так вот. Вот так, все. Все, игра разгадана. Вот, теперь мы сюда доберемся. Есть, вот он. Что это? Ключик, да? Да, это и ключик. А, я даже не понял, что мы уже в таком варианте играем. Так. Тут ничего нет, но можно выплыть здесь. Так, тут у нас что-то есть. Тут у нас не... Есть крыса! А ты что? Ты утонула? Бедная крыса.
А ты ее можешь пристрелить? А, мы там не поднимемся, ладно. То есть мы тут нигде не поднимемся, да? Тут везде очень высоко. Да. Ей везде тут очень высоко. Значит, нам нужно вниз. Мы вот туда проплываем. Там вылезаем. И тут ей уже не будет очень высоко. Все, я понял игру. Тихо, блядь, куда побежала? Остановись. Что за приколы, блядь? Не было раньше такого. У меня клавиши не залипают. Так, пойдем. А если б я не... Ай, блядь, ай, ты откуда взялась? Да стреляй ты по крысе. Тихо. А я думал, тут чисто действительно через шипы надо пройти. И чё? Только хотел сказать, что я разгадал, блядь, игру. Понимаю, как в нее играть. И на тебе, блядь. Не понимаю. Все, до свидания. Откуда ты взялась? Крыса. Так, вопросик остается открытым-то. А куда нам тогда идти? Что за прикол? Я что-то не понял. То есть, туда мы выбраться не можем. Вот сюда. Сюда мы тоже, это очень высоко. Сюда мы тоже не можем. Там тоже все закрыто. Значит, тут делать нехуя. И нам надо все-таки идти наверх. Вот таким вот можно вылезти вот здесь. Вот таким простым и логическим действием мы раскусили всю игру. Пожалуйста. Вот так все просто. Надо просто, понимаешь, применять метод дедукции. Вот я его не применял раньше, а теперь применяю. Теперь игра для меня стала понятна. После Мидаса игра для меня стала понятна. Как... Я даже не знаю, как по-другому ее назвать. Просто стало очень и очень понятно. А вот и ключи, которые надо использовать. Опа, серебряный ключ. Ебать, наверное, нам нужен вот этот. No. В смысле, no? Ну? Да погоди, я так проебать могу. Все, пиздец, проебал. No. В смысле, no? Все. Да пизделся парень. Метод дедукции пошел в пизду. Как так-то, блядь? Не понял. Почему? Тут закрыто. Все. Вот она, ржавый ключ сюда. Окей, у меня два ключа есть. Все. Метод дедукции, он остается сильным. Пойдем. Можем умереть? Не можем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и нахер они нужны. Эти шипы, блять, вообще ни черта не видно. Ага, нашел ключ. Нашел аптечку. Ебать, крокодил, блять, так и знал. Ты смотри, что творится, я так и знал. Вылези, блять. Классно, ты классно вылазишь. Я теперь понял, почему она сразу падает. Нужно куда-то, блядь, бежит, остановись. Убей его нахер. Где эта паскуда тварь? Вон он плавает. Сука. Ты где? Всплыви, пожалуйста. Вот так вот. Ишь ты какой, блядь. Сколько у меня жизни-то? Нормально. Тебе повезло. Хотя,
тебе уже все равно. Так, значится, нам нужно сюда. Нам нужно сюда. Вот, она почему-то продолжает бежать. Я раньше думал, в чем беда, почему у меня так получается. А потому что она, блядь, берет и бежит. Вот, я не трогаю ничего. Она пробежала, блядь, 3 метра. Куда? А, у меня есть золотой ключ. Теперь я Буратино. Сохраняемся, пожалуйста. Так. Ох уж этот крокодил, блядь. Так и знал, что нужно было начать с аптечки. Обезьяна, обезьяна. В спину обезьяне стреляй. Блядь, я просто отбитый нахуй. Не подходи ко мне. Он меня сейчас убьет. О, я просто вообще безумец, видишь, на обезьяну бежать. Давай, вылазь. Ай-яй-яй, блядь. Да ёб твою мать, как с вами сражаться? Вот так, значит, будем прыгать, блядь, туда-сюда. Что происходит? Что происходит, блядь? Что это сейчас было? Так, ладно, сохраняемся, хер с тобой. Жизни у нас вообще мало, да? Блядь. На каждую обезьяну по аптечке, это пиздец. А я заберусь? А вон туда заберусь. Да, сюда же заберемся. Сюда заберемся. Вот, все. 3 ступени, давай. Опа, 1 ступень. Потом 2 ступень. Ебать, опять стреляет. Ты петух, блядь. Сука, а? Как же ты меня раздражаешь. Падаль, блядь. Что это? Ну, на кой хер он там нужен? Просто дробовиком я от него хотя бы избавляюсь быстро. Вылези, паскуда. Он и не вылазит. Ты посмотри на него, блядь. Ты где? Блять, что он уворачивается? Опа! Да он мне так все жизни потратит. Это что за пиздец? Ах ты, я, блядь, сейчас загружусь. Сейчас ты у меня, блядь, получишь. Ебать! В смысле? Я думаю, я сохранился. Сука. Неожиданно. Неожиданно. Я думаю, я там в одном месте сохранился. Значится, смотри, берем вот так. Я беру сразу себе вот эту вот вещь. Мы, короче, прыгаем. Ты еще... Вот он. Сука. Я в тебя тоже, блядь, стреляю. Да ты будешь стрелять, я достал же пушку. Блядь, беги нахуй отсюда. В жопу тебя стреляю. Он уже все, он уже сдох. Не упусти его. Как он так исчез, блядь? Все понятно. Я просто не пойму. Один момент, типа, он появится. Ну просто нахера так делать? Вот что он по нам стреляет, это вообще, ну... О, видал там что-то было? Это вообще ерундистика полная. Ну, можно было его и не вводить, я считаю. Это лично мое мнение, и я так думаю. Что не стоило его так вводить. Блять, почему она бежит? Мне приходит... Теперь мне не получается запрыгнуть как положено. Давай, прыжок. Опа, опа. Молодец. Так, у нас теперь прыжок. Опа. Тихо. Нормально, схватился. Я тебя, блядь, уже знаю, как облуплен. Сейчас опять побежит, смотри. Нет, не побежала. В жопу тебя сохранить. Фух. Так, теперь нам нужно сделать прыжок, вытянуть ручки. Молодец. Так и пол... Блядь, а ты смотри. Вон, видишь, аптечка.
Не аптечка, а патроны. Я тебе сейчас покажу, как до них надо добраться. Это просто пиздец. А не так. Увы. А почему? А, отлично, блядь, я еще не в ту сторону прыгнул. Почему ты не долетаешь? Я же нормально все сделал. Надо было там, блядь, сохраниться, сука. Ебать, ну все, начинается, блядь. Здравствуйте, здравствуйте. Так, опа. Да, блядь, что не так? Что не так я делаю? Время трачу, вот что я делаю. Так, все, остановись. Отлично. Отлично. Бери. В пизду эти все дела. Так, сохраняемся. Потом мы берем вот так. Все, мы сохраняемся. Столько времени, блядь, потратил. Получается. Получается, смотри. А как же сделать? То есть я должен вот так? Опа! Попали сюда. Не так, как я планировал, но попали. И смотри. Получается. Во-первых, надо сохраниться. Получается. Я зажимаю левую кнопку мыши. Она схватилась. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А я, может, прыгну? А я думал, мне придется вниз спускаться до самого конца. Это достойно сохранения. Я считаю, что достойно. Так. Опа. Есть. Все, пошли. Кайф. То есть у нас уже есть золотой ключ. Мы считаем уже... То есть нам нужен серебряный еще один, чтобы пройти. И золотой. Окей. Тут много этих тварей. Блять, я уже боюсь, кстати, сохраняться старым способом. А, я сохранился. Окей. Тихо. Вон он ходит. А, да, меняем. Подходим к краюшку. К краюшку. Для тебя он слишком низко. Окей, для нее он слишком низко. Вот он уже внизу. Но ты же его видишь. Сука, вылези. Вот он. Ага. Ладно, пошли. Опа! Она может так стрелять? Лякун извивается, аж жалко его стало. Опа, еще один. А я человек не глупый, блядь, залезь, у тебя куснет сейчас. Прикол. Ага, есть, все, сохраняемся, молодцы. Да почему ты перезаписываешь мне то сохранение? Я не хел этого делать. Что-то еще, что у нас по компасу, слушай? 18 из 28 и один секрет мы еще не нашли. Выстрелов просто в никудиссимо. Так, окей, ладно. Опа. Так. Но можно было еще пройти понизу. Ладно, мы пройдем так пока что. А зачем нам сюда прям идти, я не пойму еще. Тихо. И вот зачем мы сюда пришли? Мы сюда пришли, чтобы что? Тут же ничего нет. Ну, я могу пойти к двери. Да? Будет херово, что нам сюда надо. Я просто потратил зря время. Надо было пойти вниз, там что-нибудь найти. Ну, пофигу, давай. Раз уже мы здесь... Вот, я тебе говорю, просто начинаешь мыслить, то есть понял уже игру, как она вся происходит, и норм. И стало сразу норм. А, вот, все понятно.
Закончилась цистерна. Пойдем поверху, значит. Так, открывай дверь. Ага, ага. Так, окей. Я открыл этот проход, который нам ничего абсолютно не дает. Пойдем, значит, сюда. Там есть у вас какие-то проходы? Опа, есть проход. И крокодил в нем есть. И крокодил в нем есть. Опа, на нахуй. На нахуй, он меня жрет. Он меня жрет. А как ты тут оказался? Есть. Так, мне нужна аптечечка. Почти полные жизни. Супер. Супер, я считаю. Так, получается сюда. Погнали вперед. Ага, тут у нас нету ничего. Пошли дальше. Крыса. Аптечка. Есть. Ну тут да, тут действительно разбросано очень много предметов. Понятно, тут просто была аптечка. Значит, нам все-таки надо было наверх, как я и предполагал. Но что нам это даст? Мы обошли круг. И это нам ничего не дало абсолютно. Вот, почему она сейчас головой, блядь, не бьется? Когда надо хвататься. А я смогу сократить? Сократить смогу? Мне вот интересно. Блять, а ты... А почему так все печально? Если я вот так... Она головой ударилась, почему? Все должно было быть идеально. Опа, блять, молодец какой! А, и непонятно, что быстрее, понимаешь? Мы несколько попыток. Так, значит, смотри, тут сделали вот так. И вот так. По-другому там не пройдешь. Но для чего, сука? Для чего? Мы же там не можем никуда выплыть. Ключ я достать не могу. Не могу. Тут забраться я не могу. Так нет. Блять, серьезно? Короче, мне надо идти спускать воду. Пробираться через крокодила. Ебать. А где ж я воду поднимал? Чё вспомни? То есть где-то я нажал рычаг, который поднял воду, и его мне нужно снова нажать, чтобы опустить воду. Это вот здесь было. Ну остановись. Прекрати так себя вести. Теперь мы можем там забраться. Получается, вода ушла. Мы теперь должны пройти снова весь путь до крокодила. Ебать. Серьезно? Возможно, этот момент мы промотаем. Думаю, да. И вот, наконец, мы тут оказались. Отлично. Я считаю, что отлично. Прикинь, я не сохранился. Блять, где я? Я не сохранился, да. Вот мы и пришли. Так, теперь нам сюда, сюда, сюда. Я сохраняюсь, чтобы это было красиво. И нам не пришлось еще раз перепроходить.
Так, вниз. А, вот, пожалуйста. Вот для чего вот этот камушек нужен был. Еще крыса должна быть. Вот она. Я тебя помню. Все, понимаешь, тут насколько, блядь, продумано. Насколько. И я, главное, сообразил, наконец-то, хоть в какой-то части, я начал соображать, что происходит. Чего ты? Ты бы запрыгнула. Самостоятельно. Просто все сложил воедино. Да, не понял, зачем ключи, но потом как понял, а не понял, потому что я их не встречал, куда их нужно сувать. Когда встретил, тогда еще сильнее понял. Вот, просто надо все понимать, и все будет тип-топ, каблучки, макияж. Вот. Пожалуйста, мы сохраняемся. Сюда, 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 сюда. Опа, вот там что-то есть. Тихо. Ну как там, блядь, ну зачем это место? Темное, ты посмотри, темное. Это ну... Не верю, блядь. И что? Зачем это место нужно? Херь какая-то. Погоди. А что это, подожди, а что это было за место? Мы по нему ходили? Нет, мы по нему не ходили. Туда можно попасть. Вот так вот. Смотри. Ага. Ага. Да, блядь, и здесь ничего нет. Да как так-то? Идите в жопу. Потратил жизнь просто так. Забирай. А, сейчас давай сохранимся, тут херня вылезет, сожрет нас. Как обычно это бывает. Все, поплыли, блядь, отсюда. Вот он, пожалуйста, блядь. На тебе в пузо, блядь, стреляю, мразь ты ебаная. Сдохни, 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 сдохни. Все, бежим за ним. А она же будет стрелять, да, если мы будем за ним бежать? Что за догонялки? Сука. В спину тебя стреляю. Не убежишь, блядь. Не убежишь. Не убежишь. Не убежишь. Сегодня ты не убежишь от меня. Ты сегодня умрешь. Умрешь, я тебе сказал. Крыса ты паскудная. Куда побежал, блядь? Я тебя вижу, не упущу из виду. Сука, упустил. Упустил, падлу. Так, теперь. Нам надо сохраниться. Я это делаю теперь по-модному через F5. Потому что уже страшно нажать не туда, понимаешь? Все, пожалуйста, уровень пройден. Офигеть. Слушай, ну мне нравилось, что... Нам не нужно прям наверх было забираться. То, что можно было проплыть, и ты уже на месте. Согласись, это очень удобно. То есть вы хотите сказать, что я могу вот здесь так забраться? Ну да, по идее смогу. Только если бы она руки раньше высовывала свои, было бы точно шикарно. Вот там крокодил, смотри, на воздухе висит. Так. У него там чиллаут какой-то. Опа, тихо. Ручки, ручки! Блять. Лара. Что-то как в... Давай, не будем как в песне. Эта песня про ручки. Я думаю, ты знаешь ее. Давай, опа, блядь, что происходит? Что происходит? Давай я сейчас развернусь, а ты как... А ты... Стопа, стопа. Это, блядь, ручки, где твои ручки? Где же ваши ручки? Давай, давай, блядь, хватайся. Мне нужно издалека, получается. Прыгнуть. Блядь, что не так? Тебе нужен разгон?
Блять, она по... Ой, блять, ой. Короче, в пизду. Не, давай последний раз. Давай последний раз. Просто очень странное управление. Я не могу. Да, она, блять, раньше времени даже не может прыгнуть. Ёбушка, воробушка, давай, блять. Все, нахер. Я сделаю как, блять, по-человечески. Залазь. Заебало меня вот это вот. Куда ты, блядь? Я не нажимал ничего, чтобы ты понимал. Вот, что ты падаешь? Я же зажал Alt. Вот тут почему ты нормально прыгаешь? Ручки выдвигаешь свои. Там почему не выдвигаешь? Ебать, а я тут долечу? Она побежала! Она побежала, блядь! Ёбаный рот! У меня пуск открылся в этот момент. Я в панике начал нажимать на Alt и нажал на пуск. О, отлично. Так, полетели нахуй. Супер. Ты куда опять побежала? Понимаешь, все, я уже сохраняюсь, а она куда-то бежит. Что, ты не хочешь цепляться? Вот, вот. Пожалуйста. Ключик. Вставляем. Серебряный. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я сохраняюсь. Чую я сейчас что-то будет. Уровни какие-то очень долгие, блядь, пошли. Поначалу мне больше нравилось. Когда уровни не слишком долгие были, а тут прям... Опа, опа, что там, что там? Ничего, как обычно. Просто бесполезная локация. Маленькая, но локация. Вот и нахера вы нужны? С нее даже никуда не прыгнешь. А, ну с вот той прыгнешь. Но я и так заберусь. Тогда она точно бесполезная. А вон и золотой ключ, пожалуйста. О, а ты думаешь, я тебя не вижу? Давай чуть-чуть левее стреляй по нему. А я не глупый человек. Блять, она не может по нему попасть. Там меня ждет обезьяна. Сука. Ладно. Ладно, ладно. Смотри, блядь, смотри. Опа, опа, не ожидал? А, хрен тебе. А у меня жизни мало. Это как так-то? Блять, ух, 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 ух. Блять, да перепрыгни ты. Вот, все, она выбежала. И забежала. Это кто? А, львы, пантеры. Что за тир? Давай, выходи. Я чисто из принципа хочу с тобой справиться. Минус один. Так, давай. Опа, блядь! Блядь! Лара, нам конец! Лара, нам конец. Блядь, это нам все с самого начала? Блядь. Ладно. Давай вот так. Ну и в жопу эту обезьяну. Да, идея прикольная, что мы так можем сделать. Но она меня потом зажмет в углу, и это будет ни разу не прикольно. Класс, супер. Я всегда хотел так сделать. Почему она не прыгает как положено, я не понимаю. Давай, вот, вот так делать не нужно было. Теперь ты прыгаешь вот здесь, хватаешься. Разворачиваешься. Вот так, прыжок, поворот, ручки, отлично, поднимаемся. Прыжок, отлично, все. Теперь мы вставляем золотой ключ. Мы молодцы с тобой, мы это сделали. Как красиво, ты посмотри. Подожди, подожди, я сквозь текстуры смотрел. А тут нельзя сквозь текстуры посмотреть. А тут можно, глянь. Кайф.
Так, нам нужно теперь сохраниться. Я считаю, что это уже конец. То есть мы уже нашли все ключи, мы потратили столько времени. Там их даже два. Давай, да, ты не будешь сильно далеко уходить. Сейчас мы всех их одолеем. А они убегают сразу, ты посмотри. А мне не сложно, я к вам приду снова. Вы же уже все, считай, трупы. А вот во вторую надо бы стрелять. Надо бы стрелять во вторую. Вот. У нас есть аптечечка. Дальше у нас есть сохранение. Молодцы. Просто, блять, вообще, я не знаю даже, как это назвать по-другому. Это еще не конец. Что не так? А если я сюда? Все нормально. Что за место? Блять, когда будет конец этой миссии? Что так долго-то? Учитывая, что я не тупил. Мне уже надо завершать все это. Почему, блять, так долго? Это же уже должен быть конец. Ну вот выход. И это что ли еще не выход? Короче, я совсем не понимаю, куда идти. Надо что-то с этим решать. Я не вижу никаких мест. А, ну вот одно вижу. Рычаг. Я вижу рычаг. Я даже не понял сначала, что это рычаг. Что? Что произошло? Так, выбежали львы. Куча львов просто. Мы закончим этот уровень с вами сегодня или что, блядь? Давай, давай, все, один полег. Давай другой. Как же вас долго убивать? Я, короче, испробую на вас новые магнумы, давай. Не зря же мы эти патроны набираем. Супер. Но с ними, блядь, промахиваться не хочется. Ай, так, давай сюда. Мне это же что-то надоело. Что-то неимоверно долгие уровни какие-то. Все, давай, вот эту. Нажимай. Все, и выход, блядь. Что открылось-то? Наоборот, дверь закрылась. И... И что? Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Все, тупик. Это поднимается? Поднимается. Открылась дверь. А-а-а, блядь, серьезно? Давай. Почему вообще это все так происходит-то? То есть... Туда можно залезть? Да, туда и нужно залезть. Так, ну смотри, я эту хуйню притащил сюда. То есть я подхожу вот так. Не понимаю, зачем мне нужно закрывать дверь для этого. Тут я не вижу ничего. Тут нету ничего. Ну вот. Ой, блядь, ну зачем на крысы такое оружие тратить? Их им и пистолеты сойдут. Это, сука, было ради одной аптечки. А, нет, там что-то есть.
А, к магнумам, ну нормально. Так, стой. Ну, туда вон забраться нельзя. Наверх. Может, можно какими-то, блядь, опять лагами, видишь, я ж не смог тогда справиться с этим совсем. Ну ничего. Вот ради этого мы сюда и пришли. Я в шоке. Ладно, пошли. Теперь что? Мы просто взяли патроны, аптечку. Ну, нормально, ладно. Теперь нам нужно спуститься. А зачем закрывать дверь? Что это дает? Абсолютно же ничего. Если ты знаешь, для чего вот этот рычаг нужен, кроме как бессмысленного закрытия двери. Ну смотри, окей. Пусть будет так. Вот, я дверь закрыл. Я сейчас выхожу. Я просто уже понимаю, что это конец уровня. Я это уже понимаю прекрасно. Осталось, по сути, просто выйти отсюда. Прыжок. Вот так. Все, дверь закрыта. И что? Я спускаюсь вот здесь. Тут мертвые львы. Рычаг я что, поднимаю? Дверь открыта. Ну это же бред. Это полный бред. Так, и чё? Нам сюда? Вниз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Видимо, мы прошли. Так, секреты 2 из 3. 5 предметов всего не нашли. Нифига себе. Серьезно? Да, серьезно. Так, выплывай тогда. На этом мы, значит, будем заканчивать. Еще не все, блять, почему так долго? Ну, я надеюсь, тебе понравилось видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.